В одном из крупных торговых центров Иваново отметили Международный день девочек. Праздник этот еще совсем юный, как и особы, в честь которых он организован. Торжество в честь знаменательной даты в областном центре проводят уже второй раз. Его организаторы, представители клуба «Деловая женщина», уверены, хороших праздников должно быть много. Тем более, что в Иванове находится единственная в России школа для девочек. Ивановской школе для девочек уже 15 лет. И это программа духовно-нравственного воспитания девочки. Она специально подготовлена для того, чтобы девочка выросла в нормальную женщину, чтобы была хорошей матерью, чтобы она была интересной женщиной. Поэтому от домоводства до вокала, хореографии и основ живописи это все преподается в нашей школе. София в свои 7 лет уверена, девочкам в этом мире гораздо сложнее, чем мальчикам. Нам постоянно приходится платье надевать, там туфли выбирать, даже запутаться можно. А мальчику легко, то что надел, то и надел. Когда вырастет, должна быть самой красивой, никого не обижать, ну, и уметь читать, тоже важно, писать красиво. Без ошибок все делать. А еще, по мнению организаторов, девочки должны заниматься рукоделием и хорошо готовить. Специально для гостей праздника в программу мероприятий вошли многочисленные презентации и мастер-классы, в том числе по изготовлению украшений из дрожжевого теста. Таким кулинарным премудростям научиться совсем не сложно. Просто не бояться теста, не бояться испачкаться и все. Но еще девочки, конечно же, должны хорошо выглядеть. Специально для них провели мастер-классы по созданию красивых, но совсем непростых видов причесок. Запутаться можно как в прядях, так и в количестве вариантов косичек. Есть коса из 5 прядей, есть коса французская, она плетется из 3 прядей. Есть косы с лентами, есть коса рыбий хвост, глазки есть, обычный дракончик. Эта коса называется коса с 2 лентами из 5 прядей. В программу праздника вошли не только различные мастер-классы по интересам, но и показ детской, а также подростковой моды. Организаторы обещают, что устраивать праздник в честь Международного дня девочек будут ежегодно. По крайней мере, жизнь в городе невест к этому обязывает. Любовь Очерникова, Денис Денисов, РТВ Иваново.